Валерий Константин, ЦРУ. Выполняю особое задание. Ты не могла предупредить еще в порту? Чем я заслужил это счастье? Немногие владельцы местных яхт, бывшие спецназовцы. Ты навела обо мне справки? Обычная практика ЦРУ. Тогда ты знаешь, что я отошел от дел. Такие навыки не забываются. Зачем вам я? На этот остров был внедрен наш агент. Мы потеряли с ним связь почти 3 месяца назад. Джек, ты меня слышишь? Дойл? Миссия выполнена. Дойл, это Вэл. Где ты? Расскажу позже. Вам нельзя останавливаться. В паре сотен ярдов от вас находятся клетки с необученными драгинами. Выпустите их на волю. Это на некоторое время отвлечет охрану от ваших персон. Поняла. Необученные драгины? А что, бывают обученные? Идем. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Far Cry 1. Итак, мы спасли Вэл, и... В награду она нам дала башмаком по морде, короче, мы упали вот сюда в море, в океан или куда там, в море. Вот. Опа. Патруль. Да ладно, сюда приплыли? Так, а у меня есть чем это? По-тихому. Нет, по-тихому нет, ничем. Ладно. Хлоп. Так, сейчас мы вас. Оба двоих. Хлоп. А ты куда поплыл? Ты куда поплыл? Окей, все. Отлично. Так вот, мы спасли, короче, Вэл. Что у нас за задание? Найти прибор ночного видения. Окей. Вот она дала нам башмаком по морде. Мы упали сюда, но... Потом она немножечко так показала свои прелести, выходя из воды. Вот. Итак, ладно. Куда нам идти? Стрелка показывает туды. Катер приплыл оттуды. Ладно, найти прибор ночного видения. У меня нет, короче, глушителя. Да ну! Опять эти мутанты. Так, берем эту штуку, она вроде выносит неплохо их. Аккуратненько. Так, ну пока я вижу только одного. Он там что-то копошится. Аккуратненько, но он меня не видит. Это хорошо. Где ты? Умри! Он умер! Еще! Там еще! Я его не убил. Ай-я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 й! Почему нельзя сохраняться, мать его? Рычание я не слышу. Так, ладно. Будем надеяться, что больше их нет. 3 штуки. Было 3 штуки. Надеюсь, что больше нет. Так, ох, отлично. Отлично, так. Что бы такое поменять-то? Смотри. Это с глушителем. Ладно. Ладно, бог с ним. Не буду ничего менять. Бог с ним. Так, ладно. Мне надо идти сюда. Джек, слушай внимательно. Тут неподалеку находится небольшой лагерь. У их командира есть прибор ночного видения. Он тебе очень пригодится. Внутри регулятора. Окей, спасибо, док. Док, да? Спасибо.
Так. Неподалеку есть лагерь. Лагерь. Сейчас мы что-нибудь замутим. Опа. Я не знаю, стоит ли их убивать. Смотри, смотри, ползет. Чего там не видишь? А? Бляха, я не хочу это тратить. Ты пожалеешь, да в смысле, че такой косой? Куда ты? Да в смысле? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Откуда, 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 откуда? Нет! Хочешь погоди, еще? уйди! Твою мать! Твою мать! Чё-то дичь какая-то, я как... Косой, я потерял сноровку, я потерял форму. Отлично. Все. А, это на корабле при... Ах, смотри-ка. Вертушка, что ли, там? Попайся! Сейчас я надеру тебе задницу. Иди сюда. Почему я не сажусь? Да кто? Бляха! Вы задрали. Почему вас так много-то? Все, закончились? Ладно, допустим. Почти весь броник мне снесли, уроды. Тихо, тихо, тихо. Шуршит кто-то. Урод. Ай! Скука их. В смысле? Все, ништяк. Надеюсь, все. Хера тут наприплывали. Фу. Ух ты. Это что, базука? Бляха, кто там? Ёпта. Уроды. Так, где у меня снайперка? Мать ее. Ух ты, у меня, смотри, сколько патронов в снайперке. Я что-то даже и не думал. Лёха. Где ты? Лоп. Хорошечно. Он там ракетами стреляет, короче. Мне как-то надо, чтобы он... Лоп. Сейчас я тебя... О! Я тебя вижу. Лопс. И нет чувачка. Не с тем связались. Джек Карвер вам еще покажет кузькину мать. Бляха, ты смотри, вообще просто их немерено. Просто немерено. Ну-ка, покажись-ка. Шуршит, но не показывается. Шуршит, но не показывается. Вон там он. Вон он. Все. Дайте мне сохранку-то уже. Я уже... Да ёпта! Так, собака! Ну и ты в красной рубашке. Чё тебе моя рубашка-то не нравится? Нормальная рубашка, я её в секонд-хенде взял. Пожалуйста, сохранку дайте мне. Да иди ты, иди ты! Сохранка мне нужна, а не ты. Что, ещё захотел? Нет. Теперь ты можешь. Медика! Медика? Убил? Нахер раз два. Я понимаю это. Да лови ты, задрал. В обход побежал. Ну-ка, где? Я его только что видел. Просто не дают передохнуть. Просто не дают передохнуть. По-любому я не всех убил. Их еще здесь, наверное, штук 10. Если не больше. Уродов. Но! Сдох?
Интересно, вот эта вот музыка, она что-то значит? Когда вот это бум-бум. Это типа они кончились или... Это фигня все. Где, мать его, сохранка? Что это сейчас было? Так, а вот... О, да. А вот и лагерь. Вот и лагерь. Мне надо, короче... Оп. Офигеть, сколько их лагерей-то тут. Это жесть. Это полная жесть. А этот еще стоит, короче, возле... Ат-ат-ат. Так, попробуем со снайперки. В смысле? В смысле? Ты че? А че, не садимся? Короче. Короче. Миша, все херня. Давай заново. Жесть. Гани. Так, ладно. Еще разок. Обычная вонючая свинья. Уж отыгрался я на ней. Я плюс моя пушка равно мертвая свинья. Так что сегодня у нас в меню ребрышки. Ребрышки. Ништяк. Так. Ну там сверху с пулеметом. Вон он. Я тебя вижу. Или это нет? Или это не с... Да, в смысле? Или это не с пулеметом? Шлюпс. Кто там? Нет здесь никого. Ай-яй-яй, выбираем. М-ку. Я знаю, что ты там! Да что ты говоришь, а? Сюда иди. Я надеюсь, я всех отметил. Опс. Готов. Готов. Ай-яй-яй, патроны, патроны. Хочешь еще? Сейчас получишь. Ты покойник. Готов. О, жесть. Вот что я замутил, что я замутил. Там иди. Уйдите. Да в смысле, ты откуда свалился-то с неба? Главное, чтобы они эту тревогу не подняли. Будет жопа. Какая-нибудь вертушка, как обычно, прилетит. Да в смысле? Что ж вы такие живучие-то стали? Говнюки. Заныкался, урод. Да иди ты. Урод, а! Урод, а! Ну-ка, где второй? Убил? Убил. Так, еще... Кто-то где-то еще. Где-то находится еще один. Вон там он. Он в домике. Он в домике. Поэтому мне нужна снайперка. Нужно его как-то увидеть из этого домика. Потому что если я подойду ближе, он может через стену, наверное, меня. Клац-клац и все. Так? Так, правильно говорю? Ну-ка. Где ты? Так. Ах ты падла. Смотри, сейчас через окно. Да? В окне? Выходи! Сам выходи. Раскомандовался еще тут. Выходи. Стой, стой. Погоди. Кто-то еще где-то сказал?
Fuck. Так, ладно. М-ку на всякий пожарный. Так, 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 так. По-любому здесь, короче, должны быть какие-нибудь эти бронька, аптечки. По-любому. Здесь-то больше никого нет. Сейчас так начнется. Узнаю я их. Так, граната, окей. Ботинки мне не нужны. Это ничего не открывается. Бомжи, бляха. Бомжи. Открыть дверь. Дверь можно открыть. Ага, очко наведения. Окей. Лоп. О, хорошо. Я пока брать не буду, потому что я думаю, если я возьму, будет сохранка произойдет. А мне надо, короче, здесь сейчас пособирать все это дерьмишко. А, ну в принципе все, наверное, да? А, через окно. Кто-то здесь еще есть? Ну-ка. В смысле? Они оттуда пришли, что ли? Оп. Ай-яй-яй. Ну-ка. Кто там убежал? Ко мне бежишь, нет? Ты идешь? Я жду тебя. И еще один. Где-то. Где-то там же. Ну-ка, покажись. Ай-яй-яй, патрон потратил. Так, снайпер. Блин, было столько патронов у снайперки, и теперь их мало. Так, погоди. Встань. Он так медленно ходил? Или... Это я что-то нажал. А, во, все. Я что-то нажал, короче, пешком нажал ходить. Где я тут видел очки-то эти самые? Окей. Держись дороги через джунгли. Я отметил точку на твоем GPS. Так что не заблудишься. Будь внимательны, из-за сбежавших трайгенов они усилили патрулирование. Идите к генераторному комплексу. Все, окей. Идем к генераторному комплексу. На тех насрать, короче. Я думаю... Бляха, кто где? Когда видит меня? Ой, ой! Откуда? Я не понимаю, откуда он... Да ладно. Вышка, что ли? Ай-яй. Ай-яй. Уродец. Где ты прячешься? Все. Все. Так, ладно, все, идем. Может, тачку взять? Погоди. Давай-ка на тачке. Попробуем, да? По бездорожью. Вообще, я правильно поехал? Ой, трагины. Ай-яй. Ау. А здесь жесть. Маляха, бежим. Там сохранка, что ли, была? В смысле? Они еще и взрываются. Ай! Куда бежать-то? Куда? В кого?
Леха! Беги. Я просто на пролом пробежал. Такая дичь. Да в смысле не умираешь, ты чё? Ай, гранату кинул! Это не я гранату кинул, это кто-то из них гранату кинул. Я тут ни при чем. Ой, еще и сохран. Что творится? Бляха, меня... Опа. Меня кто-то еще все стреляет, кто-то пытается еще убить. Кто-то еще видит. Я вообще не понимаю, куда я. Правильно бегу, я неправильно бегу. Полный вперед. Давай попробуй. Хера! Нихера! Их там. Ты это видел? Ты это видел? Сам давай. Леха, я не вижу. Да в смысле? Да как? Я не могу по ним попасть, они по мне попадают. Это нечестно. Что-то вообще активизировались, мать их. Готов? Готов, наверное. Да в смысле? Убил? Наверное. Куда стреляешь-то там? Говнюк. Нарвался. 8 патронов. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Бляха, ну и где ты там? Собака за деревьями спрятался, по-любому. Еще куда-то стреляют. А че, кого там стреляют-то? В меня стреляют или Трагина? Ну, пожалуйста, покажитесь. Это мертвое лицо там лежит? Вот жесть, вот жесть. Так, ладно. 8 патронов. Окей, побежали. Шлеп. В смысле? Куда там еще? Там куда снайпер, что ли, стреляет? Непонятно, еще где-то со стороны. Ну и где ты? Он где-то забаговался, скорее всего. Скорее всего, где-то... Вот здесь. Так, ладно, надо, короче... Наверное, патрончиков собрать, если есть. Патроны есть. Я какие-то патроны хоть... О, чуть-чуть собрал. Ладно. Дойдет. Бляха, ну это вообще дичь просто полная. Что творится? Аптечка, ништяк. А сохранка? Все хорошо. А сохранка-то будет сегодня, нет? Фу, ну и дорожка, ну и дорожка. Все? Передых? Перекур? Дадут мне передохнуть? Сохраночка, зашибись. Ёпти мать. Создать обратные волны. Отыщи старшего техника и изучи его чертежи. Тогда я смогу определить главные клапаны. Вот так. Так, раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Семь. Семеро. Семеро одного не ждут, как говорится, да? О. Восемь. Патруль на улице. Ладно, окей. Может как-нибудь попробовать со снайперки.
Так, 8, да, там было? Я посчитал. У меня 6 патронов всего. Что это было? Ёпта, ты это откуда здесь взялся? Всю контору спалил, урод. Всю контору мне спалил. Говнюк. Ай-яй-яй, бежит, смотри. Ай, какой. Ой, какой, бежит. И не умирает. Умирать не хочет ни в какую. Так, ладно. Че там, больше никто не бежит? Эти там на шухере. Вон, бежит. Ну давай, я тебя подожду. Ну ты не один там, да? Ну давай, я тебя жду, дружище. Вы-то откуда? Да вы-то откуда? Ты будешь завидовать мертвым. Они-то откуда взялись? За дичь. Ладно, ты будешь завидовать мертвым. Извините, что-то не хочется как-то. Так. Где там патруляха? Так. Куда они сверху-то откуда-то, видишь, да, выбежали? Нет, что там творится? Что там? Так, ладно, сейчас по бырику надо, короче, попробовать. Лоп-лоп их. Пулеметчика в первую очередь. Так, этого тебя. Так. Вот эту штуку взрываем. Тут четко все правильно, да? Так, кто там еще? Кто где еще там буянил? Бляха, кусты эти деревья. Не видно ни хрена. Ну-ка. Где вы еще? А, во. Ну-ка. Раз. Вертушка летит. Может, и в прошлый раз меня с вертушки просто это. Во, летит. Ну-ка. Эй! Получится сбить. Ах, вы падла. Че он рыгнул? Так, а здесь-то еще кто-то остался? Да, вон. Ай далеко. Давай, взрывайся. Ай. Да в смысле мне по тебе не попасть, ну? Говнюк. Ай, вот опять побежали сверху. Так, надо, короче, менять как-то тактику, как-то немного по-другому идти. Что какая-то дичь происходит, непонятная. Да, вот здесь бы с глушителем бы не помешал бы. Вывести из строя регулятор, мы должны создать обратные волны. Отыщи старшего техника и изучи его чертежи. Тогда я смогу определить головные клапаны. Попробуем здесь сейчас, короче, побежать. Как-нибудь. Найти главного техника, говорит. Ой. Эй, чертовщина. Тихо. Никто ничего не услышал? Леха сейчас сзади прибегут, наверное. Нет? Зашуршали. Ну где вы шуршите-то? Херо такой! Ой, ёпта! Херо такой Рэмбо выбежал, видал? А чё их так много-то? А чё вас так много здесь? Вот дерьмо!
Дерьмище. Фу, дерьмище. Да в смысле? Да в смысле? Ну что, там бесконечный, что ли? Да как так-то? Чё их так много-то там? Какой-то жопень. Какой-то жопень. Для того, чтобы вывести из строя регулятор, мы должны создать обратные волны. Отыщи старшего техника и изучи его чертежи. Тогда я смогу определить главные клапаны. Да чтоб тебе. Раз, два, три. Да в смысле ты еще не сдул? Ру, бесишь. Готов. Их настолько много. Вот смотри, они там оттуда выбегают, 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 выбегают. О-о-о, смотри, бежит. Там целая база, что ли? Смотри, бежит и бежит, слышишь? Я! А ты кого хотел? Конечно же я! Ты в полной заднице, приятель! Идешь ты. Что я наделал? Они как-то бегут ускоренно, да? Так, как я менял эти гранаты-то? Вид гранат. Вид гранат не поменяй. Алло. Да, о. Окей. Так. Как мы шли? Мы шли вот здесь. Мы шли вот здесь. Сейчас пойдем так же. Короче, я сейчас забегаю, закидываю гранатами. Для того, чтобы вывести из строя регулятор, мы должны создать... Да просто всем хана. Умри, нахер. Умри. Ну-ка, кто следующий? Сдох. Сдох. Кто следующий? Где там? Умри. Умри, умри, умри. На, гранату съешь. Блеха, она не ко мне отскочила. На, еще одну, у меня вторая есть. Мать вашу. Мать вашу. Сейчас я вам покажу, Кузькину мать. Все? А, еще, смотри. Бежит, бежит, бежит. Да в смысле? Че не дохнешь, что ублюдок? Говнюк ссаный. О! Все? Сдохли? Херу, такая воронка. Я не думал, что такие воронки остаются от гранат. Ну, то бишь в игре. Ну чё, где? Кто? Кто здесь еще самый смелый? Бананов обожрались теперь. Сильными себя возомнили, что ли? Давай, давай. Сейчас я вас тут... Вон сколько... Сколько добра у вас тут. Чё я вам тут покажу? Кто рулит? Кто здесь самый настоящий рулис? Так. Окей. Шлёпс. Ну-ка, где моя снайперка? Лоп. Куда? Фига, даже со снайперки, короче, не пробивает. Задрали. Бесят. Ха-ха-ха, последняя. Последняя ублюдок. Готово. Почему их больше, чем у меня на радаре, чем, блин, на радаре? Сдох.
Come on, everybody. Кто еще там хочет? Кто еще хочет? Это что? Кто еще хочет свинцовую? Ответь-ка. Ответь-ка. Блин, эти кусты не бесят. Нихуя не вижу. Я не хочу. Куда убежал? Да? Бляха, вертушка летит еще. Вот этого мне вообще никак не надо. Просто не надо. Ох ты, четенько. Ох ты, четенько. Опа. Это что такое? Зачем я это сделал? А, у меня же есть ночное видение. Вон оно что. Вон оно что, Михалыч. У меня ночное видение есть. Я и забыл. Бежим, и надо прятаться. Леха, нет! Пожалуйста, нет! Нет! Меня опять убили! Бляха! Для того, чтобы вывести из строя регулятор, мы должны создать обратные волны. Отыщи старшего техника и изучи его чертежи. Тогда я смогу определить главные клапаны. Ну как? Как это сделать? Ай, туда не... Левый фланг вперед. Ай-яй. Ну, в смысле? Оп. Бегу. Теперь ты попал. Оп. Есть какой-нибудь обход здесь? Выгулить его оттуда. Получи. Да в смысле я не вылезти мне? Я прострелю тебе зад. Ах ты бог ты. Ух ты барахта. Почему мне не вылезти-то, ёпта? Как вы меня задрали-то? Все криво, через жопу. Да что ты застрял-то? Бесите меня все нахер. Жопа горит. Для того, чтобы вывести из строя регулятор, мы должны создать обратные волны. Отыщи старшего техника и изучи его чертежи. Тогда я смогу определить. Короче. Да стой на месте, бляха! Еще патрон! Да в смысле ты тут? Ой, ёпта, ты видал, сколько их там? Сейчас я до тебя заберу! Так. Да гранату мне! Ловите! Ловите нахер! Время драть задницы! Да смотри сколько! Для того, чтобы вывести из строя регулятор, мы должны создать обратные волны. Отыщи старшего техника и изучи его чертежи. Тогда я смогу определить головные клапаны. Вот всего их-то.
Да в смысле, где снайперка-то, блядь? Этот дядька меня тут напрягает тоже еще. Кто там шляется? Нет здесь никого. Началось! Пулеметчика от этого. В смысле? О, понеслась. Жара по кочкам. Это он! Да я. Вон бегут еще. Где? Готов. Там что, цензура, что ли, за это? Видал, да, там захерачило? Непонятно, что-то. Так, блядь. А, тихо. Ну-кас. Они вроде меня из виду потеряли. Сейчас, может, получится? Сейчас, может, что-то получится? Ай-яй-яй-яй-яй. Готов. Бегом, прячься куда-нибудь, ну. Нужно спрятаться резко. Мне никак они не нравятся. Совершенно не нравятся эти фрукты. Эти ваши фрукты. Это можно нажать, но я лучше не буду. Готов поклясться, я что-то слышу. Где-то. У меня жизни вообще просто. О, бежит. Не с места. Жив? Иди нахер. О, бежит. Вот так аккуратненько. Бляха, знать бы еще сколько их тут осталось. Убил? Убил? Охренеть! Что творится? Что делается-то? Аккуратно не высовывайся. Вот куда ты высовываешься-то? Ат-ат-ат мне сейчас будет. Они же еще вот здесь где-то лазают. Божечки. Тихо. А там что? Там аптечка, нет? Аптечка! Тихо, аккуратно. Yes! Ай-ай-ай, нет, ну пожалуйста, кто? Ты нашел старшего техника? Да, приложил его отдохнуть. Я как раз смотрю чертежи. Похоже, что главные клапаны находятся в секциях 4, 5 и 7. Отлично, теперь направляйся в регулятор. Я отмечу места, куда ты должен проникнуть. Удачной охоты, Джек. Новое задание. Так, а стреляет откуда-то вон оттуда. Мне загранка нужна срочно. Ты в полной заднице, приятель! Тихо.
Мне срочно нужна сохранка. Ай-яй-яй, еще вертушка залетала! Вертушка залетала! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой, трэш, ой, трэш. Мать его, бежим. Мать его, бежим.